смотришь в бинокль, думаешь, пираты или рыбаки? Пираты или рыбаки? И на самом деле очень велики шансы ошибиться в своем выводе относительно того, кто на этой лодке плывет. Но на радость имеется опыт, который где-то что-то подсказывает, где-то какое-то чутье. И пока что у меня лично ошибок не было. Дай бог не будет. Поэтому тьфу-тьфу-тьфу. На радость и на облегчение нам пока что только встречаются рыбаки. Хотя, наверное, вам было бы интереснее смотреть на то, как мы отбиваем атаку пиратов. Кстати, я вам не показывал, но эта баржа имеет свойство раскрываться. То есть сама надстройка, она остается как бы на месте, а две половины баржи, они расходятся как бы. Я так понимаю, когда она наполнена там песком, то она, допустим, передвигается в определенное место, может открыть дно, и этот песок как бы высыпается. То есть сейчас вам покажу вот так вот, ну, по той части корабля, где я сейчас нахожусь, то есть на корме, где идет этот разлом посередине получается. Вот здесь вот уже идет этот разлом посередине. Вот он как бы. Вот если обойти, получается, видите, здесь идут какие-то кабеля. Вот получается этот разлом. Вот продолжается. Вот. Вот. И вот видите, трубы, они здесь. Вставлены резиновые вставки для того, чтобы когда раскрывается, соответственно, какие-то трубы или свойства деформируются. И вот получается, ну, пошла. Вот это все идет в средний разлом. А вон там вот есть видно белая со стрелкой. Это угол открытия показывается. Вот, в общем, вот так вот. Подошел к концу этот транзит. Сегодня, именно сейчас, была последняя тренировка на этой барже. Сейчас остываю, иду купаюсь, стираю вещи, чуть-чуть собираю чемодан. И завтра утром мы уже прибываем в Суэц. А что будет дальше с нами? Работа или опять какие-то форс-мажорные непредвиденные обстоятельства, мы уже узнаем, так сказать, завтра. Поэтому до встречи в завтра, друзья! Короче, очередное разочарование. Отправляют нас домой. Вот так вот опять не дали гады поработать ничего. Единственный плюс этой гостиницы я вам сейчас покажу. Меня очень это порадовало, и я был очень удивлен, если честно. Ну, в общем, как-то так. Ну, вы поняли, да? Это, короче, пирамиды. Thank you.
Вот так вот, ребята. Ну что, я отчасти расстроен, отчасти, в принципе, это все было ожидаемо. Поэтому там вот пирамида у нас одна, а там вот вторая. Такой вот дворик красивый. Да, то есть я этого ожидал. Ничего, что, поедем домой, будем стараться куда-то еще встрять, поехать на работу. Может быть, другая компания, может быть, те, что уже работал. Посмотрим, как оно будет. Сейчас пойду посплю, и потом ужин, и в 10 часов вечера меня забирают в аэропорт. Лечу через Стамбул, Киев, и слава богу, единственное спасибо этой компании, что купили билет с Киева на Днепропетровск. То есть не нужно будет добираться с этого Киева. Так что, ну вот так вот, бодрячком, бодрячком. Наконец-то отведают долгожданного кофе в Старбаксе и услышу, как мое приготовленное кофе подадут мне, прокричав мое имя, наверное, я не знаю, как это выглядит. Ну, первый раз, так сказать, посмотрим, как это кофе в Старбаксе, в самой прославленной сети кофеен. Что я уже давно, так сказать, два дня как в Днепропетровске. Сейчас непосредственно нахожусь в селе Сурско-Литовское. И это вотчина, родина моей бабушки, моей мамы, мама. И моя эпопея с отцом, наш скандал все продолжается. И сейчас я, так сказать, буду жить пока у бабушки, пока не порешаю что-то с отдельным жильем. Мне еще просто зарплату не начислили. Через пару дней, как начислят, буду решать что-то с отдельным жильем. Сейчас мы приехали на огород забрать мою маму с бабушкой отсюда, потому что они приезжали поливать там помидоры и все остальное. Я, так сказать, спустился к речке. Знаете, довольно-таки раньше было здесь круто. Я любил походы на огород. И мы здесь в этой речке купались даже. Пусть она такая сейчас не очень уже чистая. Да и тогда она была не особо чистая. Мне всегда нравилось, когда мы были маленькие и плавать особо не умели. Дедушка спускался в воду. И на шее нас, мы его за шею как бы обнимали. И он нас на шее катал, плавал вместе с нами. Короче, было очень здорово здесь. Ну, вот так вот, сейчас заберем их и поедем кушать домой.